Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 20 июля 2022 года. У нас очень много радостных событий. Первое, конечно, самое важное. Сегодня с 6 утра начала рожать Лялечка. И вот сейчас уже 9 утра. У нас рождены малыши. Я надеюсь, что это все. Но еще на всякий случай сижу, контролирую. Вот у меня здесь лежачок под боком, все спрятано, чтобы было тепло малышам и мамочке. Может еще родить. Такое бывает, когда много щенков. Последние рождаются с большим интервалом. Второе событие. Сегодня с утра, пока принимала роды у Лялечки, нашла на дне клетки у киви и кокоса яйцо. Гнезда у них не было. Гнездо я им не ставила. И так как теперь обнаружила с утра пораньше яйцо, пришлось поставить гнездо. Третье событие. Если все удачно вчера произошло у баронессы, у Портоса, то как раз на мой день рождения, самое раннее, мы ждем появления красивых маленьких хомячат. И вот еще те самые новости, которые я не успеваю, дорогие друзья. Вчера был день рождения борсят. Им было 3 месяца. Я ничего не успеваю. У меня каждый день настолько много всяких событий, что я вот только сегодня, 20-го, хочу зачитать поздравления и фото-видео-приветики от выпускников нашего питомника, которые мне любезно присылают их владельцы ВКонтакте, в другие соцсети. Вот сообщение от Мириам. Это Нетанья, выпускница нашего питомника, 18 июля. Нетанье исполнился 1 годик. И вот ее мамочка пишет: «Здравствуйте, Марина, сегодня день рождения нашей Нетани. Мы ее очень сильно любим и очень счастливы, что она у нас есть. Нетанья добрая, жизнерадостная, дружелюбная собачка, активная, любит быстро бегать, играет с нашей собачкой Еджиной, вместе дружно спят, общий язык нашли. Нетанья, наша путешественница, проехала с нами 2500 километров, сейчас мы на море, в дороге все прошло благополучно, по дороге останавливались в отеле с двумя собаками, так администраторы и остальные работники обратили внимание, что наши собаки спокойны, не скулили, не лаяли понапрасну, никому не мешали, так как там нельзя было с собаками, но муж договорился, при этом после нас чистота и порядок. Благодарю вас, Марина, за нашего любимого и незаменимого члена семьи. Дети ее сильно любят. Старшему сыну 14, он ее любит, с ней играет и занимается». Очень приятно читать такие теплые и добрые комментарии. Спасибо большое, Мирим, за чудесные фото выпускницы нашего питомника. Это дочка Викуси. Вот годик исполнился, вот такая вот принцесска, помните Нетанью? Я ее тут называла Ирисочка, такая маленькая крошечная бандиточка. Это мы поздравляем друг друга с праздниками, с родителями выпускников нашего питомника. Фото сделано сегодня. Папа утром ходил в магазин и вернулся с новым лежаком. Вот как. Папа принес подарок для Нетани, новый лежачок. Дорогие друзья, я делала видео поздравления. Это помет Лялюшки. 18-го делала. Поздравляла нимфу Найджел, Нетанью, Наполеона и Николету. Сообщение от мамочки Николеты я прочитаю следующим. Там важная информация, которую она просила донести до наших друзей, зрителей, подписчиков. А сейчас просто показываю фото малышки Нетани на отдыхе, на море. Вот ее подружка Еджина. Порода Еджины, я не помню, она мексиканская голая или... Не помню. Ну, вот она. Она чуть крупнее, чем Нетанья. Сейчас попробую найти. Вот такие две подружки живут вместе. Попробую найти, сколько же в годик весит Нетанья. Вот, смотрите. На море девчонки отдыхают. Так. Это когда приехали в новое место. Вот так вот. Ну, на малышка Нетанья. Я не знаю, сколько она весит, но... Уезжала когда от нас, была крошечка, уезжала в 4 месяца, весила кило с чем-то. Устали, отдыхаем, вот так вот мы отдыхаем.
пытаюсь, дорогие друзья, получше сфокусироваться, чтобы было вам видно, что я показываю. А вот видео на отдыхе. Вот так они. Ну, смотрите, намного крупнее ее собачка, подружка-то. Вот такая наша Ирисочка. И буквально 16 июля мы делали тоже поздравления выпускников нашего питомника и Магнатика, который до сих пор ждет маму и папу в нашем питомнике. Это детки и Лялюшки. И вот 20-го, спустя годик, у Лялюшки снова дети. Ну, какая крупная подружка-то. И рисочка, конфетка маленькая. Огромное спасибо, Мирим, за такие прекрасные фото-видео приветики и добрые комментарии. Мне очень приятно видеть и знать о том, что наши выпускники нашего питомника счастливы, любимы в новых семьях. Да, вот, ну, просто тут дополнение уже, личное сообщение. Поздравляю вас с приобретением сирийского хомячка. Очень красивая хомячиха. Это было 18-го. Я очень люблю грызунов. Всю мою жизнь у меня кто-то живет из группы грызунов. В прошлом году нашего питомца не стало, но я уже заглядываюсь на морских свинок, хомячков, шиншилл. Я еще хотела вам написать, что Нетанья с самого начала ее проживания с нами очень хорошо знала свою кличку. Спасибо вам огромное, что приучили ее. Нам не пришлось переучивать. Еще мы ее называем Бельчонком, а она имеет большое, очень большое сходство. Давайте теперь прочитаем про жизнь нашей сестры Нетании, Николеты, которая живет с выпускником нашего питомника Есением. Мариночка, здравствуйте. 18 июля, день рождения. Спасибо за поздравление с днем рождения, Николеты. У нас все сейчас хорошо, Никусю кастрировали. Завтра снимаем швы. Но хотелось бы написать по поводу кастрации. Мы хотели кастрировать нашу девочку до течки, но в двух клиниках нас убедили кастрировать ее после течки, мотивируя это осложнениями. Мы не стали спорить, хотя знаем, что вы кастрируете своих щенков рано. Но у вас уникальный хирург. Наши, возможно, не такие. Не стали рисковать, решили подождать. И после течки спустя 2 месяца, тоже нам так сказали в клинике, кастрировали. Всю течку собака была озабочена. Доставала Сенечку. И в один прекрасный день я нашла собак, стоящими в замке. Сенечка кастрированный. Через 2 месяца срочно пошли кастрировать. И при кастрации удалили матку с гноем. Врачи сказали, вовремя пришли. Да, для полного счастья у собаки была еще и лактация. Ну, это ложная беременность, да, это часто бывает после течки. Это гормональный сбой, который лечится кастрацией или применяется гормональный курс лечения. Гормонотерапии, которая не способствует здоровью других органов. Родами это не лечится. Так, до кучи была еще и лактация. У нас сейчас все хорошо, мы здоровы и счастливы. Но всем скептикам кастрации и будущим покупателям хотелось бы посоветовать пользоваться возможностью медпомощи вашего врача. У нас тоже не деревня Калининград, а, видимо, так не могут. Собаки после операции, ну вот у нас собаки после операции, через несколько часов они не помнят наши, вот когда наш ветврач кастрирует. А наша девочка стонала 2 дня. Еще раз спасибо вам за вашу работу и такую радость, которую вы нам дарите. Огромное спасибо, Татьяна, за теплые добрые слова. Я очень рада знать, что с Николетой и с Сенечкой все хорошо. Кстати, дома ее зовут Никуся. Так, у меня тут была, ну, это старые фото-видео приветики. Ай-ай-ай. Историю можно было посмотреть 24 часа назад. Ну ладно. Сейчас.
Так, да, поздравляем друг друга с праздником. Так, это я посылала фото Николеты в маленьком возрасте. Так. Смайлик, так. История. Ага, история, видите, не могу показать вам. Ну вот Николеточка наша. Дочка Викуськи. Белоснежная принцесска. Годик исполнился. Ну да, тут все, в общем-то. История, видите, никак. Сенька. Очень похож на Николету. Да, тут только поздравляшки. Одним словом, дорогие друзья, очень-очень приятно читать теплые, добрые комментарии, смотреть. Ну, пусть в истории, видите, в истории они не сохраняются ВКонтакте, не открываются фотографии. Но, тем не менее, все равно приятно знать, что с нашими ребятами все хорошо, что они счастливы и любимы в новых семьях. Желаем их долгих-долгих лет жизни, чтобы они приносили своим мамочкам и папочкам только радость и счастье. Ну, а я продолжаю заниматься новорожденными детишками. Слышите, они тут, пока мама не разлактируется, они тут плачут. Ну, совсем сегодня, только недавно рождены. Вот. И я надеюсь, увидимся с вами в новых видео по мере сил, возможностей. Конечно же, буду показывать и рассказывать все новости нашего питомника, что у нас в жизни происходит. Но, к сожалению, вот не все могу позволить себе успеть. И не всегда по моей вине. Вот вчера опять дожди были, сегодня опять дожди. Барсят хотела взвесить 3 месяца. Сегодня муж приедет с братом, они тут хотят стеклопакеты ставить. И я попробую попросить их как-то взвесить нам барсят. Сегодня, вчера исполнилось 3 месяца, ну 3 месяца 1 день. Хочу знать вес барсят. Если вам тоже интересно узнать, сколько весит барсята, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стип. Здоровья вам и вашим питомцам.